Всем привет! Вы слушаете Алексея Халецкого, канал Лёша Играет, и это продолжение партии за Грузию на карте Средиземноморья в Sid Meier's Civilization 6. Если вы не видели начало, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому ролику. А также напоминаю, что я провожу опрос на лучшую и худшую цивилизации в Sid Meier's Civilization 6. Ссылка на этот опрос находится в прикрепленном комментарии к этому видео. Пожалуйста, поучаствуйте! А еще спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо большое им за поддержку. Ну и, конечно, всем моим зрителям приятного продолжения просмотра. Здравствуй, нормальный век, как говорится. Ну я возьму, если там есть за обращение городов, то, конечно, я возьму... Да, исход евангелистов, несомненно. И здравствуй, золотой век будет. Валим отсюда. Пошли на Иерусалим искать и Мертвое море. Ну и Египет заодно. Блин, тут разведчика прокачка была. Есть мореходство. Давайте я, наверное, куплю рабочего в столице. Пойдем... 105. Не, куплю рабочего. Китов обработаем. А потом пойду, наверное, красители и чайный пакетик обрабатывать. Рудник для добычи ресурсов. Нет, без шансов, поэтому давайте колесо открывать. Давайте даже по лесам пока возьму прокачку скауту. То тут как-то холмов не видно в том месте, где он ходит. Так, здесь, пожалуй, торговца построим. И дальше мастерство открываем. Еще одно извержение вулкана. Ну, слава богу, не священного места. Так, киты. Сначала это обработаю. Ну, просто тут больше производства, да, выхлопа. За Грузию. Давайте навигацию по звездам. Кстати, кайф. Сейчас откроем крабов и гавани будем строить. Строитель. Наверное, амбар стоит построить. Тут то и то вообще надо. Но в данном случае все-таки строителя. Ну, потому что амбар жилье дает, но и строитель дает жилье, строя, например, рыбацкие лодки, плантации. Кстати, мы же открыли письменность. А что я не включаю? Принимать, но не хочу твоей религии. Парни, несите религию ко мне. Я дружу тоже. Я хороший человек. Да. У нас, если только Атиньо пока сидит. Не слышит никого. Не очень. Я тут вообще зарашил письменность почти сразу, вообще говорится. Зато городов поставил уже 4 штуки. О, я его встретил. Так, по идее нам 3 хода до пророка, да? Вопрос,
Стоит ли мне из Тбилиси или в Тбилиси отправлять? Так, давайте три прачника таки поставим. Содержание. Давайте, наверное, так. И... Поляк, ты стой, бросай метку, идем на Грека. Строители. Блин, я и морских юнитов хочу построить. Ну, сначала я строю прачников. Ладно, давайте, наверное, производство пока оставлю. Не хочу, у меня только один строитель строится. Лучше бы о себе подумали, вармонгеры. Наверное, пока из Тбилиси. Вот, тут пока нету... Хотя вот в Сухуми сейчас может... Нет, нету пока жилья. Слушайте, а перевернуть давайте можно в горе. Пыш одного раза или... Мне надо будет дорога вот только сюда проводить. Ну, тогда не буду дожидаться открытия всей карты. А что ты хочешь переименовать? Я не услышал просто. Говорю, не буду дожидаться открытия всей карты. Я говорю, что ты переименовать хочешь? Говорит, не хочу дожидаться открытия всей карты. Столицу хочу и еще пару городов. Просто я не уверен, где какие-то точно по историчности будут города. Поэтому... Вроде так должно быть. А может и так. Странно, кто-то нашел аккат, но не а нашел эту... Переименовать надо, напомните, пожалуйста. А, нашел. Так, ну я политическую философию, потому что я надеюсь найти сейчас города, Иерусалим. Нажми. Можешь переименовать. Нашел уже. Дякую. Поставил лайки. Вот, я два так поставил, они более точно находятся. Так, я просто тут жду, чтобы быстро взять эту руинку. О, плюс население, кайф, это я люблю. И этот на холмы прокачаем. С Хуми все еще нехватка жилья. Ну, сейчас должно быть 4, да. Потому что половина жилья от краба, от рыбацкой лодки, половина жилья от плантации. А этим я пойду эту обрабатывать, плантацию. Так, тут в рост. Пошли поляка искать, я думаю. Ну как бы еще вот до этой рынки добраться? Навигация по звездам открыта. Каменоломня. Ну, вообще есть места, где каменоломню построить. Соответственно, древние стены нет. Вот, железного рудника. Вообще, у нас железо где-то есть хоть рядом? Или я без железа? Грузия у нас обезжелезивание произвела. А, ну тут... Ну, все равно, слушайте, пока я тут город поставлю, мне так кажется... Так что без железа, пожалуй, пока. Бля, ты главный одним миссионером. Принеси мне в столицу, пожалуйста, веру. Дай я сам справлюсь. Хорошо. Веру? А что, с религией уже основано? Не, еще нет, просто планируемся уже. А кстати, кто там встретил тех, кто основывает религию? Просто хочется узнать, кто в нее идет сейчас. Но на два игрока. Помимо меня. Лёш. Кроме тебя, а ты идешь в религию. Блин, ноль пророка. Ноль, говорит, иду в религию. Ну, у меня сейчас в будущем я имею в виду. О, сразу двоих. Атиньо и Дед Бородец. Здорово. Очень. Здрасте. Дед, ну и как тебе Египет, кстати? Ужасно. У меня промки вообще нет. Да, я тут в прошлый, вот когда мы начинали, мне Египет выпал. Я такой думаю, что делать? Ну зато еды дофига. Еды есть, да. Но остального-то вообще нет. А ты эти минанки будешь строить? Я уже хотел построить его. И кто-то его кто-то построил. Уже построил? Кто-то уже. Я вот один ход оставался. Нифига себе. Кто-то его раз.
А так он тут хорошо зашел. А мне даже интересно, кому это на этой карте эти минанки зайдет. Я просто не помню, чтобы там где-то были прям. Ну, кто в золото не успевает. А его построил Португал. Португал? А, ну Португал, кстати, я помню, кто-то растартовал нормально по ремонту. Ну, неудивительно, где там напал выше места, точно. А кто Dungeon Master? Я Dungeon Master. Ты начитал проектов? Да. Красава. Спасибо. Я вообще не ожидал. А почему плюс... Фак. Долбанные вулканы. Не знаю, как тут, конечно. Гавань поставлю следующую. Так, политическую... Иерусалим проложить торговый путь. Интересно, у меня дотягивается? Да, я думаю, что у меня пока торговые пути до Иерусалима не дотягиваются. Ну, я думаю, что нам что с Египтом, что с Турцией дружить. Скорее кто всего, я буду в этот... Вернусь, пожалуй, сюда, куда-нибудь. Я просто сейчас пока не решил, я хочу оленя обработать или сюда пойти. Ну, блин, просто у меня эти уже есть. Хотя, может, поторговаться с кем? Привет, Лев. Привет. Демоны зрения лишают. Так, ну я, в принципе, тут, по-моему, все встретил. Египет встретил. Чудо природы нашел. Город-государство встретил. По-моему, тут больше не будет. Так, следующим ходом у меня религия. Я, наверное, сразу миссионеров куплю. Пойдем Ереван обращать. А, да, давайте, наверное, я тут пойду плантации ставить, а этим я рыбу обработаю в горе. Потому что мало... Мало жилья. Амбар или священное место? Вот в чем вопрос. Вообще религии у меня, веры у меня дофига пока, то есть тут-то будет плюс 2, с другой стороны. Наверное, давайте амбар. Поиграем пока в высокие города. Чувак, походу, Атиньо специально в письменность не идет. Единственный, кто сидит без... Я забыл, что письменность. Я почему-то сижу, жду книгопечатания. Ну, кто-то дал. Дождал бы уже космопортов, в общем-то. Это просто, это отвратительно. Это как это можно играть? Почему промки нет вообще? О, еще у кого-то нету промки. А у тебя кто? Что, кто, чё? Кто у тебя? А, у тебя Турция? У тебя же Турция, да, вроде у тебя нормально, промка. Да. Ты на меня посмотри, промка. Я даже не знаю, что это за слово. Так, Грузия, конечно же, православие. Так, вот тут, конечно, большой вопрос, что взять. Я хочу и накорми мир. Ну, трудовая дисциплина, какие-то у меня, ну, малое соседство. Так что, наверное, все-таки без выбора накорми мир. А здесь возьму межкультурный диалог, чтобы наука шла за последователей. Буду распространять. Гайд нам. Что, лагерь хитацкий в этот раз? Да. Можем хоста поменять, если хотите. Давайте. Метки не ставьте. Да, кстати, метки не ставьте, да, просто. Да, почему здесь метки? У всех тормозит. Ну, так у всех тормозит, потому что кто-то начинает ставить метки. Метки меняются... Пересылаются данные между серверами. Основал религию.
Давайте, наверное, все-таки античную республику пока. Плюс 2 влияния. Так, надо убрать таймер, очевидно. Я убрал таймер на этот ход. Тут плюс 2 влияния в любом случае. Чудеса я не строю. Строителей, покупка поселенцев. Так, ну, плюс 100 морских, как минимум. А вот сюда ставить поселенцев. Клетки я вроде тоже не хочу. Ладно, давайте. Не, где-то, конечно, тоже боль. Два города. Кто там говорил, что это Клеопатра, Египет, имба? Это не имба, а очень хорошо. Мне очень хорошо. Вот играть, наверное, высокую, наверное. Мне так кажется. Потом уже... Ну, кроме того, трудовую дисциплину, очевидно, надо брать для этого. Ну, пантеон если на... Я, конечно, на... Но я не брал. Пантеон на пустыню и трудовую дисциплину. Кстати, по поводу пантеона на пустыню, это зря не брал, наверное. Там просто единственный вообще... То есть Египет единственный, кто будет ее брать. Тут ни у кого больше пустыни нету. Ну, я взял на реки. Понятно. Ну, то есть на этот... На болото. Болото и Тиазис. Ну иначе бы я строил эти священки по ходу в 10-15, на самом деле. То что ты или так, или так. Наверное, надо убирать медь отсюда и ставить. 10-15 ходов построил, и потом резко плюс 20. Резко, да. Сколько у нас? Смешно. Тут везде по плюс 2. И сиди в один город, на самом деле. Зато потом сколько веры, потом расселяйся. Да-да-да. Не, мужик, я тоже, я сижу, мне очень больно. Я как бы... Вроде прикольно будет смотреться ходов через 70, но сейчас этого очень больно. Да что вот ты мне ходишь, уйди. По-любому нужно, чтобы, как у божества компа, сразу три посела было, куча дуболомов. Так, давайте тогда обороните... можно играть. Хотя, может, теологию идти. Хотите теологию, да. Ну, хотя там у меня священного места, ну, храм Бодхидхармы можно будет построить с другой стороны. Так, я уже... А вы говорили... Что? Центр коммерции где? Тихо. За строительством. Он очень далеко. За строительством. Ну, я хочу напомнить одного в лучника. Так, бег еще. Извергся. Ну, короче, у меня тут, конечно, извержение, может быть, можно было и на как раз вот это брать. Но с другой стороны... Слышно? Жилье и довольство тут. Да. Просто я вас нифига не слышал, ты подключился, и это только в одну сторону шло. Франц, дай мелочко. 7 золота, пожалуйста. О! 10 вернешь. Ереван хотел и получил. Тогда 20. Лучника, я имею в виду. Так, что Иерусалим там какую-то фигню, по-моему, хочет. Не, не фигню, но я просто не дотягиваюсь, а, скорее всего, до Иерусалима. Да, есть. А где уже нету? Куда дел? В смысле нету, все есть. У меня обычно что один. У меня три вина. У тебя две соли?
Соль. Следующим ходом будет соль. Следующим ходом. Такое ощущение, как будто варвары тупо охраняют все руинки, чтобы я к ним подойти не мог. Ну, короче, не растут, видите, варварские эти кланы. А какой у нас уровень стихийных бедствий? Двойка. Двойка, но мне этот стольник подснесло на минус 3 жителя. Ух, кайф. А за счет чего? Пойма. У меня стольник больше 3 жителей. Стамбул на пойме стоит? Да. Не, ну я до 4 прям дорос. Трудов. Сейчас, а где там у Стамбула какая-то река? Я считаю, мне интересно, вы говорили, что дамб нету. В смысле, нету. Их как нету? Ну, они есть, но ты их не сможешь поставить. Нету клеток пойм. Да. Ну, ставь этот большой бассейн хотя бы. Ну да. Ибо я знаю. У меня есть клетки поймы, они обозначены как поймы реки. Обозначены. Но ты не сможешь там дамбы поставить. Мы тебя просто сразу предупреждаем, чтобы ты не надеялся. И плотин тут не будет еще. То есть затапливать не будет. Затапливать я вижу, что нету. А вот поймы как-то странно. Так, давайте, может, в Тбилиси сначала галеру, а потом маяк. Блин, а чё я религию-то не распространяю? Короче, венгры, насчёт религии поменялось немного. У меня теперь промка от соседства и гудвары, как минимум. Ну, я не знаю, как это называется, кидалово. Ну, у меня угнали религию, которая была нужна с едой. Меня ее угнали. Я думаю, что за такое кидалово надо наказывать. Наказывать? Ну, все равно он часто такое вот делает. Так. Не, я накажу, но после грека. Грека сначала нужно. Да, надо грека. Ну, что это такое? Не, ну мы уже должны грека сносить сначала. Бедный грек. Постоянно все палки в него хру. А чё там с грек? А чё его сносить? Да у него горы просто капец здесь. Ну, здесь такие горы, на кампус ты плюс 3, плюс 4. Ну, в этих но... так, у Грузии... Зеленую мельницу, пожалуй, откроем. Науки больше. Науки больше? По сравнению с кем? Не с греком. Почему я ставлю священные греком, места раньше гавани в этих городах? Потому что у меня религия на... В Грузии 26. Ну, пантеон, два довольства и два жилья рядом с рекой. 23, у венгрии есть, у меня 6. Соответственно, у меня будут... Нормально. Мои священные места как раз давать то, что дает кампус. Даже круче, чем кампус. Совсем сбалок. Рим предложение. Приму. 30 веры, нафига мне 30 веры? Ну, самое сильное это должно быть, наверное, Грузия, Рим и Португалия. Вот у них лучше всего старты. Не знаю. Я 3 хода шел, чтобы город поставить. Короче, ну да, вот это единственный прикол у Грузии, а так там все шикарно же. Знаешь, как шикарно? У меня столица в 3 окружена 3 вулканами, которые постоянно извергаются. Такое, знаешь. Еды и производство будет. Ну, Лёш, возьми просто лян и все, и вот тебе все хорошо. Не знаю, просто да, лян. Для лян надо 3 прокачки сделать, чтобы ее, чтобы она. Ну вот, смотри. Ранняя империя это как она. Хорошо. А все остальные берут. Трудовая повинность. Зашибись. А все остальные берут Пенгалу и с наукой и культурой сидят. Да, а я буду с Лян, просто чтобы не ломало районы. Слушай, а я вот с Магнусом сижу, чтобы у меня жители не уменьшались. Что там, Болонию захватили? Ну, она мешает.
ничего не мог с собой поделать. Нет, еще сначала деньги открыть, потом будет судостроение. А, блин, деньги еще из- через верховую. Слушай, у меня нет ни одного пастбища. Прикол. Ну, кстати, да. А Артемиду, кстати, тоже Рим построил? Ну да, у него что, Ромки. Ну, хватит лагать. Надо хоста, короче, менять. Я понимаю, что через 16 ходов написано обращение, но мне надо раньше, потому что... Священное место раньше сделается. О боже. Давайте, может, следующим ходом сейф и поменяем хоста реально. Потому что у меня вообще все так тормозит. Да не оно тебя, как говорится. Так, ну что, Ереван союзим. Отложу на один ход производства, чтобы... Афиня, ну надеюсь, в этой игре мы не будем с тобой воевать. Я надеюсь, мы будем торговать. У нас хорошие города такие. Выглядит как сюда кампус, сюда гавань на будущее. Так, ну кто хочет хостом стать? Не я. Так, загрузились, надеюсь, меньше лагов будет. Я... Понял, что для Тбилиси можно вот здесь, кстати, кампу ставить, а не здесь, чтобы меньше... То есть только у нас священное место будет попадать под... О, слушайте, а вот эти-то клетки выкупить надо. Фак. Ну, мне сначала надо, конечно, купить здесь для священного места. Кстати, тут пофигу, где ставить... Может, сюда тогда лучше? Просто для будущего здесь возможно, например, правительственная площадь и ромашка. Ставлю сюда. Понимаешь, что тут плюс 3, но тут на кампус плюс 3. В будущем будет. Бля, опять я под вулкан встал. А игры и развлечения как ускорил? А, строительство открыл. Так, посмотрим на Керченский пролив. Вот тут Керчь должна стоять. Был в Керчи? Не был, так молчи. Блин, уже варвары лучников сделали нормально? Боюсь подходить. Ладно, он все равно не убьет меня. Посмотрим, кого он будет атаковать. Если прачника, то я просто потом отойду. А о чем мы уже играем, да? Ну да. Кто, да, кто будет, а еще. Просто ну, игра мне не говорит там, что надо ходить. Ну, многие могут написать, что типа. Тут жалко, кто подписает, может, поначалу. Два очка. А, типа, в Ереван. Ой, будьте здоров. В Ереван отправил послов до того, как его обратил, типа, мог двух послов получать. Но я решил, что. Хочу уже в союзники Еревана чуть раньше. Я там... Потом-то я его сейчас обращу. И потом следующие уже послы будут за два считаться. Потом сейчас в Иерусалим еще пойду. То же самое делать.
8 ходов священное место. Потом будем гавань ставить. Да, вот как мне великого торговца получить? Видимо, надо все-таки веру будет поднакопить на какого-нибудь торговца. Да, не игрока, как всегда. Да-да. Да, он только сейчас зашел. Александр. Сейчас еще ходить будет. Еще ходить. Это быстро. 30 сек. У меня есть такая проблема, что я хожусь долго. Так, давайте подумаем, где нам тут еще город ставить. И стоит ли вообще ставить? Такие степи вообще грустные. Я бы, конечно, тут больше ставил городов. Тут еще не исследовано. Тут просто вот есть холмы. Тут вот, кстати, вот здесь. Интересно. Может, прям вот к железу вот сюда. Ну, мне кажется, вот сейчас теологию откроем, надо ставить карточку на поселенца и в том же Тбилиси уже начинать поселенцев строить, к сожалению. Ну, к сожалению, потому что тут Пингала сидит, будет уменьшаться население. С другой стороны, промышленная зона вообще непонятно, куда ставить. Вообще, стоит ли мне ее тут ставить? Что тут, например, акведук. Ну, неохота это убирать ради акведука. Я бы здесь просто шахты сделал. Так, у нас вот это еще можно походить. Прачника. Так, ну тут надо отходить. Ну. Предложение кину. Всего лишь одна вера. Так. О, тут еще Хатусу у нас. Во, Хатусу надо обратить тоже в веру нашу. Точно, я сейчас вот пойду этим миссионерам сначала в Хатусу. Еще, наверное, поплыву. Или пойду, ладно, пойду. Не могу я еще плыть, у нас судостроение не открыто. Раньше возвращаю. Так, а вот этим я хочу лесопилку сделать. Португалия, у тебя там цитрусовые случайно не появятся? Рядом даже не вижу пока. Цитрусы в Африке, если что. Ну, португальцы тоже есть. В Португалии тоже должны быть африканские владения через какое-то так, время. Пока... Если только с континента в Африке, пока. Он же на Европе, у него должны быть те же веса, что у нас. Я говорю, заокеанские владения должны быть через какое-то время. Есть апельсинки на... Ну, мистицизм, наверное, откроем, куда он ведет. Как это может быть? А, он... Стоп, ну он дает одного посла. Ну, а нужен ли нам посол? Ну, в Португалии, почему бы не Россия? Я думаю, нет, давайте поэтому пока... Не, ну это понятно. Игры и развлечения открывать. Я про то, как ЦВ работает. И лагерь варваров мы, по идее, должны... У тебя тут карательная экспедиция идет. К варварам. Блин, вообще мне бы плюс 5... против варваров поставить. А тебе мою религию вот потом разносить? Мне... Так, знаете что, давайте все-таки откроем мистицизм. Поставим плюс 5 против варваров. Да, я ж уже говорил. Привет. Так, тут в первую очередь. Там католицизм это... Ну давай оповинность и... Гурдвары пока. Секунду. Грек, у тебя религия будет или Рим? Я нет. У меня это кто, Грек или Рим? Рим. Грек.
делаешь, видишь? Так. Рогелиозин. Не, ну вроде как... Ведем дальше. Ты, могли, ну, ты можешь свою основать, хотя там уже все, наверное, угодно. Там ничего уже нормального. Там не просто сосед Рогелиозин, ну, типа, с Польшей и Великой воевать, ну, смысл? Ну да. Уехал, хорошо. А, ну я, собственно, поселенцев уже хотел начать. То есть мне надо будет заменить, как раз я правильно местизм открываю. Надо будет карточку на поселенцев поставить, карточку на варваров плюс 5. Не знаю, стоит ли мне... Ну, вообще, наверное, надо отправить в Ереван все-таки. Давайте куплю миссионера. Отправлю в Ереван. Да, мне надо тут города ставить, несомненно. Что-то медленно. Ну, я надеюсь, что я в следующий в Золотой век выйду. Чей, я не надеюсь, я стопудово выйду в Золотой век. Следующую эпоху. И просто за веру буду поселенцев и вот тут буду заселять, но... Ну, вообще плохо, что я сейчас не вышел в Золотой век. С другой стороны, видите, трачу сейчас веру на... Да, ё-моё. Минус один. Что произойдет? Кто у нас изверглась? Новорубта. Но это слабое извержение. Просто урожайность. Так, мне надо вот эти клетки покупать. Может взять в долг у кого-нибудь. Турция, Египет, а у вас вообще торговля на что-нибудь будет? А, хлопок я вижу. О, и цитрусовые. О, кайф. Это что за предложение Португалия? Так, значит, у меня там 65, 12 монет. Дед, я тебе там еще отдам следующим ходом предложение. Египет предложение. Так, надо вот эту клетку выкупать. Это уже попозже. Конечно, Ереван тоже к ней будет стремиться, скорее всего. Понял. У него вот второго уровня, тут есть и озеро, и... Но это гора пока, себе. Так что можно... Хлопок у меня есть. Или нет, сейчас проверюсь. Нет. Хочу Стамбул открыть, чтобы можно было в него караваны посылать. Я сейчас подумал о том, что... Кинул предложение. А если у тебя на старте нет толком еды, то... Цель как-то и нет зданий в шестой, чтобы еду разогнать. Без клеток. На свою столицу, на столицу Рима. У него 7, у меня 5. Хотя у меня все поселенцы под Манухом, ну, строились, что не теряется население. Аналогично. 5 и Магнус сидит. У меня, правда, пару карт. Это фишки игры, ты их не шаришь. Называется город-государство. А, все понял. Что-то понял. Ну так у меня 10 довольства в столице. А, у него еще Артемида это. Очень. Да, не, ну за счет Артемида, естественно, растет. Блин, ну у поляков тут место такое, что вроде бы вот и Пантеон на лагеря, и Артемида, все так должно зайти, но ты тупо не можешь сначала построить. Торговца, а потом... Потому что ты сначала идешь до этого места. Тем более, места. Что пока у нас не стоит потом, карточка. Потом ты еще растешь, блин, и так, просто вот сначала карточку какой-то. Ставим. Поселенцы. Здесь, наверное, плюс 5 все-таки против варваров поставим. Короче, все остальное оставляем. Если так дальше играть на политических картах, мне кажется, просто уже на старте ты потеряешь
титул главного там чемпиона по мечу, все. И мы это будем делать. Ну так надо же как-то один раз сыграть. На вот политическая карта Земли, так вообще там вообще она отмороженная. Да. Но не, не для мультиплеера сделано. Ну это да. Кстати, как вас лагнем? У меня получше стало. Вот у меня такая штука. Грек, надеюсь, третьего радиуса ты не будешь клетки выкупать? Третьего радиуса? Ты, блин, купил тоже, знаешь, клетку. Где города Турции? Справедливо, ну ладно. А, и Хатуса хотела. То есть я не стал выкупать третий табак, потому что, ну, ну 16. Не особо с процентами мне забрал. Фига себе, дед, у тебя проценты. Ну, сколько? 100 лет прошло, между прочим. Крузия с нулями. С нулем за золотым балансом. Так, чуть судостроение не открывается. Подождем судостроение. О, приветствую, Сулейман. Как у вас там? Война с Грецией идет? Идет. Ты кому? Я Сулейман. Сохраняем пока апостолов. Ой, апостолов, послов. А, тоже не идти Польша? Давай тогда пилим на троих. Я, ты и Польша. Да. Подождите, подождите, кого вы на троих? Вы грека пилите? Грека. Вы чё, обалдели? Там Рим как бы 32 науки. Чё, откуда вы смотрите, парни? Парни! Что сразу Рим? Там Португалия, 32 науки. Хорошо, про меня никто не говорит. Это же вопрос, а чё сразу Греция, я не понимаю. Вам делать нефиг? Она к нам ближе всего. Не, я просто не понимаю, как, например, Польша может пилить Грецию. Там, по-моему, пилить может только Венгрия, если что. Я так чисто говорю. За компанию. А у тебя будет в будущем новый мед или может гипс? Модный? Фига себе, где варвары. Так, мед точно пока не будет, гипс не знаю. О, нашел Польшу. Соль будет. Ну, соль не нужна, соль у меня есть. О, Алексей, здорово. Как будем делить Украину восточную между собой? Слушай, я отсюда настолько далеко, что можешь забирать. Да я тебя тоже далеко, но все равно придется ставить. Я думаю, очень широко так города расставит. Вот турок, есть. Наконец-то. Кстати, надо Крым посмотреть, как он. Кстати, города вообще не растут, можете уявить. О, а в Крыму прям город хороший становится. Так, ждем, я хочу... Не то что. Переплыть, о, потом да, так, здесь я хочу, давайте сразу Ереван. Блин, он еще, главное, не обращается, ты смотри. Блин, я думал, просто тут дорога будет из Сухуми, ну жаль. Ладно, тем не менее. Тем не менее, пока в Тбилиси. Рим, на севере. Слушай, вспоминай географию, где Польша там. Так я вот ищу это. И не могу найти. Ну вот, к северо-востоку от Венгрии. Так. Хочу Стамбул найти. Ой. А, слушайте, а что Стамбул, типа тут Босфор это как река сделан? Или что? Это, кстати, как-то странно вообще. Или это ты куда-то пошел в другое место ставить город? Порок, а ты что, открыто не будешь границы принимать? Не предложил. Да, железо давно капает, а мне было бы неплохо его поменять. Тем более, я-то твои города. Бля, предложение, что похочешь за это? Так, венгры, вернешь 30. 30 нет, отклони тогда.
Пойдем на всякий случай апнем. 23. Мне не так горит просто, ну я могу подождать. Ну, давай 23. Ну, через два хода минимум. Да блин, что так Ереван сурово. Хорошо, через 2-3 хода отдам. Ну, хорошо. Боже, как же мы все близко, а? Кто? Честная карта такая. Тесная в скобочках. Городов 12 еще поставлю. Но мне лично уже очень тесновато становится. Там Египту хорошо, да? Сказать, у нас вот... Египту хорошо, говорит. Да, у него столько пустыни прям, селись не хочу. Ну, я сейчас... Вот скипов не хватает просто. Скипы где? Вот какие-то громадные пустоши вот эти. На море вышли. Да, реально. Уже выехали на Польшу, если вот что. Тут между Польшей и Грузией, если бы еще какая-нибудь цивилизация вставала, было бы вообще зашибись. Там есть место, да, место просто. А вот натурально, вот где там, вот это Литва, Беларусь, Украина, вот это вот все, оно просто в Европе. Слушайте, а где у нас на строительство стен? Вот Персия нормально. Я вот это поставил и стены бы построил реально. Давайте я вместо... Давайте надо было оборонительную тактику реально открывать. Ну, просто мне нужны стены во всех городах моих грузинских. Это как бы способность. И уникальное здание Грузии потом к тому же. И предложение. Ну, я хочу Ереван все-таки дообращать. Придется три заряда миссионера на это использовать, но что поделать. Атинья, ты тут? Слышишь нас? Алёш, что ты у меня забрал эту... Накорми миру, угнал. Вор. Ну а что ты не можешь сказать, у нас две религии в игре. Открываешь религию и смотришь. Да не, просто до того, как ты встретил, я не знал, кого православие. Вот что дело. Сейчас вот увидел твоего миссионера. Я плаваю без мореходства. Мореплавства. Поздравляем. Мореходство не открыто, а меня галера приплывет. Так тут все до мелководья почти. Так как бы там галеры только открываются, как бы я думал, что нельзя. Ты у варваров купил, что ли? Он мобилизировал. Я у Венеции купил. Ну так это ж не твои галеры, это галеры Венеции, считай. Да, я думал, что тоже нельзя, думал бы и стоять в городе, даже с места не двинется. Нет, плывет. У Венгрии 246 мощи. Это что такое? Мобилизированные войска. Наконец-то я добрался до этих. Бесплатных за 50 монет. До этой руинки. Наконец-то Ереван обращен. Так, сколько у меня науки? 5 науки за верование. Ну, немного. Святилище стали, потому что они еду дают, чтобы города росли. Кстати, в Стамбул дотягивается караван. Я думал, он не на побережье так и не дотянет. А, ну у него просто гавань есть. Ну, короче, у меня две галеры во внутренней. Я просто думал, что можно будет теперь, если что, на будущее, то можно было бы захватить Стамбул и был бы проплыв в общие моря. Но он так странно поставил Стамбул, что как бы без шансов. Польша, привет. Здорово. Привет. А у тебя появится в будущем на обмен мед или гипс? Мед в будущем будет на обмен. О, гипс, у меня для тебя будет вино или мрамор.
Кстати, вот Германия с Грузией делить меня не будете позже, нет? Ты слишком далеко от меня. Между мной и тобой еще венгр. Ты не истории просто. Хочу грека найти, наверное, поплывем вниз сюда. Да ё-моё, да как, откуда вы беретесь вообще все? Блин, как мне так встать, чтобы он... А, в Риме еще и чудо. Так. Маттерхорн. У него еще и Везувий вообще-то должен быть. Зашибись, мимо резко. Да, ну, Рима, ты имбационный. Так, не, ну вообще Маттерхорн должен быть французским. Он вообще должен быть женевским. Ммм, 41 наука подъехала. Хорошо. А я начинал, кстати, за Рим в прошлом, который мы не начали. Венгр, там если что, я тебе Киев обратил, патриотизм. Ну, я вам скажу, что Португалия не отстает вообще-то. Ну, да. Португалия же и там Грузия, много места, как бы, да? Да, же, что ты говоришь? Там же у него тоже много места. Я просто думаю, храм Махабодхи. Да, у него очень много места. Я могу храм Махабодхи только здесь, видимо, еще ставить, еще плюс Африка. Да? Там очень сочно. А, ну да, и там еще Фес должен быть. Турция ответное предложение. У меня просто есть... Тут производство, правда, маловато. Для храма Махабодхи прям уж... Скажем так. Куда он пошел? Грузия трейд. Долбаная автоматически. Вот ненавижу я. Вот почему мне не дойти сюда и не сказать, я не хочу дальше идти, потому что тут стоят юниты. Ну какого хера ты, игра автоматом, начинает куда-то вот так посылать? Мне сейчас придется тут город поставить, очевидно. Просто мрак. Поиск пути в этой игре — это просто какой-то мрак. Каждый раз я А если у меня ресурсы остались какие-то, то можно... У тебя вроде киты пишут, что есть, а тут нет. Что за хуйня? Ой. Короче, сам посмотри, но мне пишет в ресурсах, что есть, а как сделку предлагаю, нет. Нация какая у тебя? У меня вин. Сейчас посмотрю. Грузина, ты можешь меня не обращать? Я планирую верс сделать. Так его же религия развеется, если ты свой сделаешь. Потом мне нужно будет еще кучу этих миссионеров строить, чтобы убрать его. Нет, у меня религия дает науку, так что сорян. О, строители. Далее. Ну, наконец-то я разберусь с этими. Так, хочу третьего лучника. Да, тут, конечно, вопрос, как, где мне промышленное производство ставить. А по поводу ДГшек, что у нас? Кто-нибудь нашел, а? Дайте подсказку. Видел Женеву, видел Брюссель. Видел Венецию, видел Полонью. Но мне кажется, промышленное производство на чай надо в Тбилиси ставить. Блин, а красители что дают? Ладно, следующим ходом только увижу. Так, пока собираю послов. Ну, я бы еще продолжил поселенца пока. Ереван реально может не дать пройти.
Ну это сколько заряд? У меня, наверное, один заряд остался. Я не думаю, что хотя я обращу. Даже не обратил. Что он зря беспокоился. А, тут, кстати, по-моему, коллег где-то должно еще быть. А, вот у меня еще один плывет. Обращать, тогда все-таки обращу. Кстати, мне надо бы еще одного миссионера все-таки в Иерусалим отправить. Германия, посмотри, пожалуйста, с моим местом. Здравствуйте. Здорово. А что они рассказывают, что у меня 43 науки, вот это все? У тебя же 43 науки. Ну да, но у тебя 42 науки. Поэтому им не надо рассказывать, что у тебя 43 науки. А у тебя еще и, извините, 50 культуры? Ну это было бы странно, если бы за Рим не было столько культуры. Ну то есть у тебя все хорошо. Но, не, но об этом не надо рассказывать, да? Цензура. Пойду еще тем лагерем займусь. Да, Польша тут далеко где-то. Мне, естественно, Ереван даст тут пройти. Ну, мне надо просто эту клетку, скорее всего, выкупить будет. Скорее всего. Так, пройдемся по городам. Да, жилья у меня зашибись, довольство у меня зашибись. Но у меня городов пока только три. В общем-то, давайте глянем, как остальные расселяются в этот момент, пока я тут с тремя городами уже какое время сижу. Так. Рим 5 городов, Османы 5 городов, Египет 3 города, у Египта грустно все. У Польши 4, но это я пока все, что вижу. Ну, в принципе, о господи, Ереван отошел, зашибись. Так. Вот этого посела, наверное, все-таки здесь где-то стоит поставить. Вопрос только вот сюда я, видите, поставил. Но тут как-то... Ну, вообще есть камень с другой стороны. То есть мне тут как-то вот не хочется ставить. Мне хочется как-то вот на побережье. Мы, наверное, поплыли туда пока. Вот так. Я, наверное, тут постою галерой, чтобы... Вдруг варвары какие-то проплывут. Немец, я поставил метку, посмотри. Там хочу город поставить. Да ёперный бабай. Ай-яй-яй-яй-яй. Тут какая-то пиратская вольница в Крыму. Крымские пираты. Я даже не буду атаковать. Я попробую смотаться. Могу на клетку вправо. Так. Давайте, наверное, оленей. Вправо, да, конечно. Проверяем наличие. Слушай, Йога, меня так радует, что я нахожусь вот по всех прям вот за тобой, что, что вот эти все, кто меня по науке почти в три раза обходят, они вот не соседи мне. Так это радует. Кто намекает? Что если что, забирать тебя буду, а не меня, вот на что я намекаю. Я думаю, что мне не надо пока больше поселенцев. Я там как-нибудь сижу. Давайте, наверное, храм. А потом в Тбилиси... Ну, я, кстати, по науке лучше. Почему храм? Потому что это еда.
Еще 3000. Что у них, кстати, осталось еще? А, Франция и Египет. Эти стены бы тоже построить. Поставлю карточку это на плюс 100%. Вместо кстати, против нет, варваров. А что ты жалуешься, что у тебя там сплошные эти равнины? У тебя, извини меня, центр коммерции, акведук. Что там? Киты дают 30% производства военных юнитов. Ага. Ну, чтобы вот у нас открылся. Странно, перестало показываться к Стамбулу возможность караван отправить. Но мне, кстати, в Хатусу надо. Давайте я до Хатусы проведу и реально. Ну, чтобы тут был торговый пост создавался. И я... О, они не атаковали мою галеру. Прикол. Но я, наверное, поплыву отсюда все равно. Так, давайте-ка в горе миссионера пойдем обращать Акад. Даже, наверное, два можно, ну только по очереди, потому что, видите, вот через гору я не пройду. То есть сначала одного, это я в Иерусалим. Так, где у нас грек? Это вот Крит, по идее, до грека уже недалеко. Это Крима с всех сторон городами и государствами окружён. Со всех сторон? У него только Болонья, Венеция и Женева. Где еще? Валета снизу. Валета снизу. Валета же на острове один. Женева и Венеция. То, что я вижу уже. Ну, а Болонья он убил. Турок это долго было или это что-то? Кстати, мне валету надо найти. Плата за проход, мужик, я не вижу твоих границ. Даже. Хорошо, ну короче, когда ко мне подойдешь, тоже будет плата. Ну, с этим просто лагерем я уже не буду разбираться, границ, это, наверное, какой мне поляка. Ну, хорошо. Видишь, что тут видите, вот я к северу от Креса, вот клеток 10. Не, я вижу твою лояльность. На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!